Ножи деревушки Канцель – это одни из старейших инструментов острова, которые до сих пор изготавливаются вручную в небольших кузницах, используя печь и наковальню. Крестьяне постоянно пользуются ими при работах в саду и огороде. Эти ножи не из нержавеющей стали, но зато они имеют отличное острие и их легко наточить. Среди этих ножей можно найти инструмент на любой вкус и для любых нужд. От складного ножа Наваха до ножа для нарезания мяса. Ножи есть разных моделей и размеров, и купить их можно на еженедельном рынке. Не спеша пройдитесь по старинным кузницам или по старинному центру Пальмы, где можно купить не только канцельские ножи, но и другие оригинальные памятные сувениры. Кстати, канцельские ножи не уступают элегантному набору ножей на кухне с отменным дизайном.